послушайте, послушайте меня, пожалуйста. Не прошу вас, выслушайте меня. Это ошибка. Это ошибка. Ваш начальник предложил мне сотрудничество. Вы слышите меня? Вы слышите меня, товарищ? Посмотрите на меня. Какой же я вам товарищ? И потом у меня приказ. Какой приказ? Этого быть не может. Становись. Я вам еще нужна, я вам не прикажусь, умоляю вас. Заряжай. Не пожалуйста, миленький, не делайте этого, я хочу жить. Не надо, не делайте этого. Ну, прошу вас, я хочу жить. Отставить. Отставить. Не надо. Когда? Следующий сеанс связи. Понедельник. Точнее. Понедельник, 15:08. Хорошо. Значит, в понедельник ты выходишь на связь, да? И сообщаешь, что благополучно прибыла в Старый Оскол и взялась за выполнение задания, да? Бобков, отведешь ее обратно, дашь ей перо и бумагу. Есть. А ты мне все напишешь, да? Кто, когда, где, да? Вот и хорошо. Вот и хорошо. Выполнять. И выключи свет. Да налетит немецкая авиация, как мухи на мед. Есть.